Погодя, значит, пойдем кого-то со стартом напрягать. Да? Угу. Ну пошли. А потом потянем равнину. Ты что, если мы будем с тобой вдвоем ходить по зеленым точкам, блин, мы там накачаем. Ты опять не байрас? Хотя у них то же самое. Они такие, как мы, только лучше. Йоу. Отлично. Мне только вопрос остался, кого мне нанимать. Волков или невидимку? Невидимку, наверное. Блин, далековато поставил. Свершится предначертанное. Склоняюсь перед вашей волей. Они ждут. Смотри, это та же самая карта, да? Угу. Может попробовать рискнуть и армии со старта не делать. Делайте, что там все два зекурата. И потом паучкова я это. Да свершится, наверное, рискну. Предначертанное. Тут у орков можно. Ну если не будут этих бугаев и прочую фигню, если меня, конечно, не спалят, то у меня сразу будут нормальные войска и два героя. Я просто башню все сделал, потому что. Постройка завершена. Я жажду служить. Постройка завершена. Кто у тебя герой будет? Столсовик. А у них тоже орк есть, да? Или нету? А я не помню, что там они стартовали. А, да, у них нежить такая же. Их тут рандомовский, я не знаю, кто, надеюсь, но не очень. Жизнь замерзула, да свершится предначертанное. Постройка завершена. Ваша воля исполнится. Давай, улазь. Постройка завершена. Секунда, секунду, блин. Он от твоего. Секунда, секунда со мной одновременно или что ты имеешь? Нет. Только не нападай без меня. Или нападай там, по рабочему желательно. Постройка завершена. Нежить. Угу. Пошли на рабочих. Там лич, блин, правда. Бей ближнего, да. Я ж не могу их бить. Надо колить их. Мы потом, если что, другого пойдем заработать. Ты звал меня? Стройка завершена. Отходим чуть-чуть. Делай скелетов, посылай их тоже на рабочих, Крамсак. Просто тыкни прям на рабочих. No. Подхожу. Блять! Ну ладно, уходи сам. Это не критично. Ну там рабочих столько перебили, что. Да, спасибо. Скелетами лучше бы ты рабочих убивал. Хотя если бы. Я уже убил, там вот нормально. Ну вообще без рабочих остался один рабочий. Ну он сейчас достроит их, конечно, но это ему по экономике сильно ударит. Я сейчас еще раз туда же пойду. А ты, если хп сильно не потерял, или можешь пойти купить еще палку скелета и еще раз побежать. И одновременно с тобой. Где прольется моя кровь? Да. Я пошел. Ты звал меня? А, подожди. Наконец-то.
Нежить не очень, нежить им убивать сразу. Правда, он сейчас начнет делать декурат. Он уже есть декурат, надо сквозь них как-то пробежать. Можете лучше с другой стороны зайти. Тут есть проход с другой стороны. Вот обойти, если вот это по лесу. Я их поотвлекаю здесь. Мое терпение истощилось. Ваш ход. Да начнется битва. Ага. Ваш ход. Что там, подмога? Уводи их нахер оттуда. Меня сильно раскоцали, гады. Блять, я думал, у меня кого кидает. Ну ладно, хрен с ним. Так, сильно раскоцали. Сейчас встретимся, я тебя похиляю. А где встретимся? В центре. Блин, вот это я затупил жестко, конечно, словами. Так, еще здесь. Вот этот, идите сюда. Это и вот это. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ну, глянем другую нежить. Что-то он там сильно борзый. А тебя кто-нибудь есть? Будет? Да, будет. Ну, я слово научиться втыкал, поэтому сейчас я уже почти левел накачал на этих мудаках. Блять, он не здесь же, он вот здесь вот. Ничего, неожиданно зайдем. Так, можно пока тогда брыдло на здание сделать. Ку. Блять, это плохо. Ну ладно. Завершена. Ты звал меня? На город наших братьев напали враги. Он стопошился. Это второй стопошился. Ничего страшного. Вот умирает на моей базе. Можешь отходить. Ну, как бы не сильно сражайся, если ты много теряешь. У меня тут лично они сейчас отдадутся на башню. Правда, убьют при этом гады мои здания. Герой был. Да, сейчас они. У него рабочих не осталось. Вообще ни одного. Можешь там что-то убить, жертвенники ноги или гулей. А я пойду отобьюсь. Давай, героя. Где он? Здесь построить. Блять, опустил. Ну ладно. Мне надо на базе, наверное, отбиться. На город наших братьев напали. Так, теперь берем двух вот этих. Отбивайся на базе, а я убегаю. Я уже отбился, теперь возвращаюсь. Я тебе хильну в центре. И паука хильну. Паука я, наверное, сам хильну. Я забыл, что я его убью. Я будет пауков, короче. И... О, еще раз туда же. Ой, блин, я не знаю, что... Ну, ладно, пошли, добьем маму. Тупо, конечно, что не здание, а не очень.
и пару рабочих убил. Ну да. А не, подожди, туфли ловкости, блин. Возможно, они будут выходить каких-нибудь скелетных драконов. Ну, это мы сейчас спалим, потому что у него был жертвенник. Но, возможно, у него был жертвенник, чтобы палить моего Самура. Если нет, у него... Он выходит. Давай я ему закроем, он сейчас пойдет качаться. Вот видишь, где-то вот тут он выходит. Он пойдет сейчас, наверное, вот сюда. Только не спугни его. И тележку сразу. И там еще один. Завершено. Опа, опа. Исследование завершено. Мое терпение достигло. Вы звали меня, я жду. Вы звали меня, ты звал меня. Так, поотвлекай его чуть-чуть, только не теряй никого. Только чтобы он с тобой дрался, а я ему перебью пару рабочих. Вызвали меня. Если сильно размены, то отходи, не встревай с ним. А, это твой. Постройка завершена. Я его лучше отведу, еще всего закрыли. Ой, нежит. Блять, он меня видит. Сука. Вот зараза, не-не-не, плохо. Армия нормальная, а вот героя убьют. Банку купи просто на этом лифте. А кто у них там вообще армия в основном? Пауки, да? У них в основном армия пауков, да? Да, в основном армия пауков. Я готов мстить. Я типа бы его убьют, ну ладно. Мое терпение истощилось. Так, и здесь Кадуя. Ты у себя на базе, да? Да. Иду к тебе. Там нам бы лучше. Вот, давай вот эту точку заберем. Сейчас я пойду сюда. Нам бы сейчас лучше это. Чего желает мой пароль его волк. Ты звал меня? Я, наверное, добавлю еще один бестиарий. На случай, если у них все-таки будут скелетные драконы, чтобы совершить нахуй повзрывать. Мне кажется, можно ставить вторые базы где-нибудь. Так, давай по центру прошвырнемся. Исследование завершено. Кольцо защиты лучше забирай. Мое терпение истощилось. Напротив шахты тоже. Тоже заберу. Они, видимо, и стражи. Я сейчас расставлю. Не трогай. Отойди. Ты звал меня? Блин. Там отошел. Во, еще вот эту глянем. А я пока пробегусь. Вот это сюда. И сюда. Так, боевые когти на страже. Пошли вот сюда.
И сейчас я там базу поставлю. Исследование завершено. Ты пошел там крысить? Ну этого тут мясники, понял. Исследование завершено. Не, я не крысить пошел, я пошел им глаза поставил. Видишь, на мою базу напали, пошли дофиг. Как-то мы плохо идем, если честно, ну ладно. Ты звал меня? Я попробую обойти их сбоку, чтобы не выпустить. Я их не выпущу. Сейчас я вас застиг. Я воплощение тьмы. Вызвали меня. Постройка завершена. Все точки далеко не убегут. Запруха. А у меня просветки нет, да? Кто там еще остался? Ты звал меня? Отличненько. Давай базы ставить, наверное. А мне где поставить? Ты сейчас вот тут поставишь. Зараза. Ты там аккуратнее. Где я поставлю? Вот тут мы сейчас заберем эту точку. Нужно построить зиккурат. Склоняюсь перед вашим. Я сейчас заберу, если не успеешь. А потом пойдем по красным. Я жажду службы. Так, мне все-таки кажется, было бы разумнее поставить. И у них же там куча башен, блин, хреново как с ними бороться. Нам какие-то либо орудия, либо скелетные драконы. Жизнь за Нерфу. Ваша воля исполнится. Пойдем отсюда на красную. Нужно построить зику. Я пройду через твой телепорт куплю. Там порт. А, вижу. Сейчас помогу. Начинай пока с ним драться. А, скелетный дракон, я же говорил. Ничего, пока их мало. Я сейчас поймаю, убью его. Стройка завершена. Стройка завершена. Так, ловим этих мудаков. Минус один. Давай тогда на вот эту красную. Это зараза. Что такое? Ну, выиграли так. Тупо. А о, тут? Зато я на... А, блин. Я по войск нанят. А по каким, интересно, я... Ни по чем я не первый.